Сразу несколько мощных торнадо обрушились на американский штат Оклахома. В эпицентре стихии оказался второй по величине город Талса. Смерч пронесся по району, где расположен аэропорт. Сообщается, как минимум у 9 пострадавших. Около 6 тысяч человек остались без света. Некоторые жилые дома получили серьезные повреждения. В целях безопасности власти частично перекрыли крупные автотрассы. Непогода также затронула Луизиану и Миссисипи.